Я расскажу тебе правду, захочешь — верь, захочешь — нет. Но это все на самом деле, это не сон, это все твоя реальность. Курение губит, а наркотик вены травит. Сидит мальчишка 7-8 лет, напротив папа курит едкий дым сигарет. Пускает в легкие, выдыхает тонны с кашлем, туберкулезом он уже заражен. Заходит мать, достает из бара стопки, берет бутылку и глушит без остановки. Вторая, третья, и вот пошли разборки. Отец на мать ножом пошел на горло, а он кричать, и слезы режут душу. И папа начал понимать, кому он нужен, какой он глупый. Пошел, достал ружье и пулю в голову себе пустил еще. Прошли года, мальчишка тот подрастает, живет в детдоме, плохой пример приобретает. Идет он, курит, вспоминает, как мать кричала, и размышляет, как же жизнь его достала. Скажите мне, какой пример вы подаете, когда вы курите и пьете, и дети смотрят, в какой момент? Скажите, ну не молчите, а ваши дети страдают, это очевидно. И перед школой за угол они зайдут, курить табак и клей они нюхнут. И им понравится эффект крутого парня, и после этого считаешь, что мир нормальный. И этот школьник идет прямо в магазин, он покупает пиво и табачный дым. Но продавщица ни слова не говорит и на вопросы отвечает: мне же надо жить. И это правда, и ты знаешь это, что деньги сейчас решают все на планете. И государству наплевать на ваши беды, ведь их волнует только прибыль, а не дети. А сколько наркоманов, вы мне скажите? А все ведь только потому, прошу, не врите. Сажают только тех, кто малой масти, больших тузов крышует наша власть. А сколько взяток, сколько стоит кресло, чтобы купить себе мандат на это место? И сколько стоит вертолет, который взяли? И сколько из бюджета вы не досчитали? А сколько же страна кредита взяла на соцпакеты, пенсии для ветеранов? Но эти деньги пошли ведь не на них, а на крутые дома и на 5 машин. Когда правительство сидит на налоги, налог на прибыль, на жизнь, они как боги. И ты живешь на зарплату, не дать не взять, ведь им так выгодно, легче же управлять. Когда живем мы на гроши, мечты убиты, а им так нравится смотреть, как мы разбиты. Когда готовы за копейку отдать им душу, а вариантов больше нет, хочу ведь кушать. А вы скажите мне, пожалуйста, что обещали, когда на выборах всех вас мы выбирали? Зарплаты выше и пенсии понадежней, но это все вранье, и вы ведь тоже. И с каждым годом только слышно, как стало хуже, и мелкий бизнес начинают под корень рушить. Проверка за проверкой, и денег мало, да сколько можно же нас грабить? Вы задолбали, поразрушали вы заводы, колхозы, фермы, чтобы взамен себе купить большие стены. Попродавали все к чертям, и вам не стыдно? Давайте будем же людьми, а не будем быдлом. И что я вам хочу сказать напоследок, что можно все-таки вернуть, чтоб наши дети гордились нашей страной и нашей верой. Ну помогите хоть немного, вы наши мэры. И я уверен, что наступят те времена, когда правительство заботится про тебя. И этот мир, это все твоя страна, твоя же родина, это все твоя судьба.